не классика, это жизнь. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Я, может быть, не для камер, но, как говорил один классик в своей песне, в шансоне, опа, опа, с чем-то срослася опа. Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Поэтому промежуток, начиная от эпохи Александра Невского –